граждан. Очень рады вас видеть на нашей земле. Земле, в прекрасном уголке, на Черном море, в Сихиз-Дилим, который вас будет в течение 10 дней ласкать, обнимать и дарить вам хорошую погоду. С сегодняшнего дня начинается наш заключительный этап нашего проекта, наш фестиваль, который создан тремя усилиями армянской стороны, общества слепых Армении, Союза слепых Грузии и главным нашим спонсором, который нас поддерживает и финансирует, этот институт открытого общества. Я хочу большое спасибо всем передать. Мы надеялись, что продолжение будет обязательно. Вам спасибо всем организаторам, хозяевам фестиваля от нашей республики, от нашего общества. Спасибо. Успех вам! Вот расскажу пару раз на ходу. Вот так, и так, и так, и так, и так, и так.
Thank you.
Thank you.
მადლობამი და გადავხოთო ჩვენს ლამაზეს გაგონებს და ქალბატონებს. დროებით მინდა რომ დავეხიდებო, ხაზ კიდევ ვიხილავ და ეხლა კი ერთი ჩემი აზრით ცოტა უცნაური შემთხვევა მინდა წარმოგიდგინოთ ჩვენს ბოლო წლების რეალობაში. ამბავი რომელიც მხოლოდ საქართველოში თუ შეიძლება მოხდეს. ჩვენი ფესტივალის მიზანი ადამიანებს შორის მარტო შემოქმედებითი ურთიერთობების გასვლა არა, ადამიანური ურთიერთობის აღდგენა და განხეთქება. ახლა მე მითხრა სცენაზე მოვიწვია გაბი აგალაროვი აზერბაიჯანიდან და არკადი პოღოსიანი სომხეთიდან, რომლებიც ქართულ, სომხურ და აზერბაიჯანულ მელოდიებზე პოპულში ასრულებენ. მუსიკალური შემოქმედებითი გაერთიანების ინსტრუმენტული ანსამბლი, ხელმძღვანელი სომხეთის დამსახურებული მოღვაწე სიმონ ოგანესიანი. Участие человека, личности, как инструменталиста, так и певца, так и большого прекрасного и человека, прекрасного общительного человека. Все качества, которые человек проявил за эти 10 дней, это наш Аркадий Полощан. Спасибо большое. Я очень благодарен. Лучший солист, вторая номинация. По мнению жюри, лучший солистом представлен сегодня на номинацию член ансамбля мужского коллектива Тимур Арчонде. Ну, а, ну, а.
Магитола! Следующая номинация, дорогие друзья, это у нас номинация за лучшую интерпретацию музыкальной пьесы в современном стиле модерн. Называется пьеса «Праздничная», Карлота Рисазеева, которую написал Симон Ованесян, руководитель ансамбля, композитор, заслуженный деятель.